Как в твоей вообще жизни появилась музыка, и почему ты решила начать петь и что-то создавать? Не только просто какие-то свои мысли выражать на бумаге, но еще и создавать композиции. Это, наверное, из далекого-далекого детства, потому что я занималась пением, я ходила в музыкальную школу, также я играла раньше на фортепиано, я в школе ходила на школьный хор. Опыт был, значит. Да, и я часто по Диснею смотрела сериал «Ханна Монтана». И я всегда говорила маме: «Мама, я когда-нибудь буду на сцене, и я спою тебе песню». И, в общем-то, это была какая-то детская мечта, которую мне просто хотелось осуществить, хотя бы одну песню написать и спеть. Но я не ожидала, что меня так в это все затянет. И это само происходило, что какие-то жизненные ситуации я перебрасывала на бумагу, и получались из этого песни. И сейчас музыка — это неотъемлемая часть моей жизни.